Друзья, опять они, сборник Бум, которые у меня хапанули в прошлом году 3000 рублей. И у моих партнеров 15000 тысяч рублей опять с таким же названием вообще даже ничего не стесняются. В наглую открываются с тем же дизайном. Охренеть, завтра вот у них старт. В прошлом году что было? Я вложила туда полторы тысячи, надо было сделать реинвест, я получила, сделала реинвест и, короче, вложила еще полторы из-за реинвеста, чтобы вернуть первые свои вложенные. В итоге у меня ушло три тысячи рублей, пригласила я порядка 15 или 20 партнеров, у которых также ушло 15 тысяч рублей. И они через 5-6 дней лопнули, нечем было платить, потому что процент большой, и запустились через шесть дней снова. Админы никуда не скрываются, у них свой чат, потом через три-четыре дня сказали, ой, у нас опять денег нет, опять рестарт, люди опять туда идут, люди, вы чё, опомнитесь? Офигеть. Не, я не пойду и никого не зову туда больше.